Экс-глава администрации президента времен Виктора Януковича и скандальный видеоблогер Анатолий Шарий не могут и не будут баллотироваться в народные депутаты на досрочных выборах Верховной Рады. Президент должен отреагировать на происходящее, иначе активисты придут к нему. Об этом на своей странице в Facebook заявил волонтер Роман Синицын. Он сообщил, что сегодня против того, чтобы названные персонажи попали в законодательный орган. За несколько часов на акцию собрались более 1000 человек. «Сегодня протест был мирный, постояли, поговорили, покричали, пожгли», — написал он. «Люди требуют в течение 2 дней разобраться, кто виноват, что были приняты скандальные решения, и отменить их. В противном случае активисты угрожают проводить уже не мирные акции. Также обращаемся к Владимиру Зеленскому, президенту и гаранту Конституции. В таких ситуациях вы должны говорить быстрее, чем люди, а не молчать и прятаться. Если от вас не будет заявления по поводу позорных решений о регистрации на выборы антимайданов ЦФ, беглецов вопреки закону и Конституции, то мы придем и к вам», — написал он. Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия на заседании 2 июля приняла решение зарегистрировать экс-главу администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.